Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info, а перед нами устройство Vivo X60 Pro. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве настроить разрешение приложений. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в настройки нашего телефона и в настройках выбираем пункт «Приложения» и «Уведомления». Вот здесь вот он у меня находится. Переходим в него. Давайте я чуточку прям яркость уменьшу. Вот. Даже не знаю. Вот столечко, я думаю, если что-то поменялось. Дальше мы выбираем разрешение и попадаем в диспетчер разрешений на нашем устройстве. Смотрите, здесь есть, к примеру, разрешение на использование камеры. Мы видим, что нашу камеру могут использовать 5 приложений, а хотела бы делать это целых 15, то есть только 5 из 15 могут использовать камеру. Мы нажимаем на камеру и можем посмотреть, какие приложения могут использовать камеру, какие этого делать не могут. И нажав на какое-то приложение, мы можем ему разрешить использовать камеру, и точно таким же образом мы можем запретить это делать обратно. Мы же на этом моменте будем заканчивать. Больше видеороликов о данном устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.